Всем привет! В субботу состоится финал Лиги Чемпионов Страната. Да. Для меня этот турнир превратился из Лиги Чемпионов УЕФА в Лигу Чемпионов Страната. Но Россия и Беларусь не участвуют, ну и все нахуй. Какая нахуй это Лига Чемпионов УЕФА? Это Лига Чемпионов Страната. Хотя Зенит абсолютно заслуженно вылетел в этом сезоне из Лиги Чемпионов. Вот. Но в следующем сезоне русские, российские, белорусские команды не выступят в Лиге Чемпионов, поэтому для меня этот турнир превратился в Лигу Чемпионов Страната, и я его не смотрю. Ни в принципе, ни потихонечку, вообще не смотрю. Да, и финал этой Лиги Чемпионов я тоже не буду смотреть. Вот. Но свой прогнозик я дам на этот матч. В финале играет Ливерпуль и Реал Мадрид. Вот, но если выход в финал Ливерпуля был предсказуем, да, вообще ждали, что в финал выйдет какая-то из трех команд, это Ливерпуль, Манчестер Сити и ПСЖ, да, вот, то Реал Мадрид, можно сказать, вышел в финал Лиги Чемпионов сенсационно, потому что они могли сгореть еще там, в самом первом стыке плей-офф, вот, по-моему, они с ПСЖ играли, да. Вот, там они, я считаю, отскочили. А с Манчестер Сити тоже отскочили. В принципе, им очень сильно везло. Кто-то скажет, ну нет, это класс, это хуйня, это все, парни. Им очень сильно везло. Я считаю, Реалу сильно везло. И из этого состава, вообще, из этой команды, они выжили максимум. Потому что, ну я считаю, они отскочили. А там были отскоки. У Реала были очень серьезные отскоки. А в этой Лиге Чемпионов... Потому что, ну не знаю, по мне так, если бы Реал вылетел там на самом первом этапе от ПСЖ, это было абсолютно нормально. И они горели очень сильно ПСЖ, и там просто, просто забили свои голы и все. Вот, поэтому для меня Реал Мадрид это довольно-таки средняя команда в этом сезоне, да. Да, они выиграли чемпионат Испании, но Реалу, Барселоне, Валь Классика, они проиграли, но дома 0-4. Вот, у них игра абсолютно нестабильная, и все играется за счет Карима Бензема. Когда он забивает, команда выигрывает, когда не забивает, команда не выигрывает. Вот, вот такие расклады. Ну, а Ливерпуль есть Ливерпуль, да, в этом сезоне неплохо играют. Вышли в финал Лиги Чемпионов, проиграли чемпионат Англии, там, последние 10 минут этого розыгрыша, да, вот, но я считаю, что Ливерпуль может даже расхерачить Реал, потому что рано или поздно фарт заканчивается, и как бы в этом матче фарт не закончил свой Реал Мадрид, потому что я считаю, что Реал Мадрид вышел в финал этой Лиги Чемпионов сенсационно, просто я смотрел все матчи. Помните этот полуфинальный матч, Сити первый матч? Там в первом матче там Сити должны были вносить там 10-2. Реально, вот 10-2, 10-3. Вот. Ну, во втором матче что-то Сити сник, да. И Реал, можно сказать, вытащил этот матч. Хотя, блядь, тоже там был такой отскок. Такой отскок. В принципе, Сити вел. Да, как так, непонятно. В общем, такие дела. Вот, ну давайте поговорим теперь о ставках. Ну что там можно поставить? Ну я считаю, что Ливерпуль выиграет Лигу Чемпионов. Ну рано или поздно, парни, заканчивается этот фарт, ебаный, блядь. Этот ебаный фарт заканчивается, и вдруг получается, что одна из команд пропускает слишком много голов. Так неожиданно. Ливерпуль играет очень сильно в атаку. Салах, Мане, по-моему, они оба играть будут, да. И мне кажется, что провал у Реала будет в обороне. Вот, у меня на этот матч будет два прогноза. Первый мой прогноз на этот матч, это тотал матча больше 2,5, за коэффициент 1,81. На мой взгляд, там будет много голов. Кто-то скажет, это финальный матч, там будет бояться идти в атаку. Хуйня это все. Ливерпуль обычно всегда играет в атаку. Скорее всего, может и пропустить от Бензема того же, да. Поэтому я считаю, что там будет много голов. Я считаю, что в финальном матче стоит ждать много голов. И мы их дождемся.
Мы их дождемся. Поэтому мой первый прогноз тотал матча больше 2,5 за коэффициент 1.81. Второй прогноз, он очень похож на первый. Это индивидуальный тотал Ливерпуля больше 1,5 за коэффициент 1.9. Я считаю, что там Ливерпуль минимум 2 должен забивать в этом матче в основное время. Вот. Потому что в противном случае они, если они доведут нулевую ничью, там, условно говоря, до серии пенальти, там они могут проиграть. Я считаю, что Ливерпуль надо все решать в основное время. И у них есть ли это возможности. Вот есть атака очень сильная, а у Реала очень-очень прогруженная оборона. То есть не может забивать, и Реал может пропустить довольно много. 3-4 мяча от Ливерпуля для меня... Если Реал пропустит 3 мяча от Ливерпуля в этом матче, для меня это будет абсолютно обыденность. Потому что проблема у Реала в обороне есть. Вот такие два у меня прогноза на матч Лиги Чемпионов Страната. Да, Страната. Вот, первый прогноз — это тотал матча больше 2,5. Второй прогноз — это индивидуальный тотал Ливерпуля больше 1,5 за коэффициент 1,9. Смотрите матч, я это смотреть не буду. Потому что, ну, мне до пизды, блядь, я не считаю это Лига Чемпионов, это какой-то другой турнир, если... Ну, это, знаете, как уимблдонский турнир тенниса, да, если там не участвуют российские спортсмены, ну, какой в пизду это, блядь, теннисный турнир. Вот, поэтому смотрите, анализируйте, радуйтесь, ставьте ставки, кто хочет. Вот, ну, а я буду отдыхать. Всем пока.